Кто как, а коммунальные службы зимы ждали. Техника, как говорится, была на низком старте. И вот первая возможность показать себя на деле. 15 ноября начался снегопад, и в 9 вечера на дороге вышли снегоуборщики. Загрузили все машины ПССом. Все машины вышли на линию, отработали все в штатном режиме. Проблем с этим не возникло. Также вышли щетки на базе МТЗ-82. Экскаваторы для погрузки снега. Все в рабочем режиме. В 6 утра началась основная уборка последствий снегопада. Работа, по словам заместителя генерального директора МБУ благоустройства Дмитрия Черкасова, будет вестись в 3 смены. Были приняты все меры для того, чтобы этот снегопад не стал для нас неожиданностью. Техника готовилась заранее. Вот был определенный чек-лист, по которому техника подготавливалась к данному мероприятию. На протяжении предыдущего месяца мы готовили как технику, так и посыпочные материалы различные, так и людей настраивали на работу. Администрация округа будет держать вопрос уборки снега под контролем, ежедневно проводя мониторинг территории, реагируя на звонки и жалобы жителей в соцсетях, находясь в контакте с руководителями МБУ благоустройства. Сейчас у нас на маршрут вышла 41 единица рабочей техники, которая будет способствовать надлежащему асфальтобетонному покрытию, будет следить за чистотой и отсутствием снега. С утра техника зашла и во дворы. Пока чистить снег несложно, нет больших наледей. Единственная помеха – припаркованные автомобили. На данный момент в МБУ благоустройства трудятся 250 человек, но набор сотрудников для работы в зимний период продолжается. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.